скажи привет. Привет. Как тебя зовут? Алена Сидорчук Ёдрова. Да? А что, что ты хотела сказать? Свинячий патруль строить. Ты будешь строить щенячий патруль? Да. А ты что, Хюдрана? Может, не так и построим? Не так построим, да. Но строй как нужно. Вот так. Вот так они будут, да? Вот так будут, да? Ну так получится. Ты будешь строить что? Щенячий патруль. Щенячий патруль? Да. Это их гараж, и там гараж. И там их гараж, да? Да. А ну-ка, где покажи, что у них еще есть? Еще базы. База есть, да? Да. Маленькая и большая. Маленькая и большая. Ну хорошо, давай будем расставлять. И что мы еще будем делать? Строить щенячий патруль. И укрепрайон измылка, да? Да, строить... Сначала Малыша. Да, и давай тут такую баррикаду построим из мылка, да? Вот так вот, да? Как-то но так. Они падают. Падают, да? Да. Ну ты потом поставишь как правильно, да? Да. Давай, строй. Ну, надо Малыша. Надо сначала... Это кто, Малыш или Маршал? Или Маршал. Кто? Маршал, да? У меня еще один Маршал. Еще один Маршал есть, да? Да, летает. Ух ты, как они там еще у тебя. Еще один Маршал. Еще один Маршал, да? Да. Так. Он держится, что не упал. Он держится, чтобы не упасть, да? Да. Вот еще один маленький. А ты какой у них стишок, знаешь? Какой? Угощение очень рады, королевцы сладостей. Пусть конфеточки кис-кис оставили много радостей. Да что ж ты так. А про Мишку знаешь? Не знаю. Про Мишку Косолапова? Не хочу. Не хочешь? Ну хорошо, давай будем строить дальше. Кто у нас это? Скай. Это Скай? Да. Давай ее сюда поставим. Обязательно. Давай поставим так Скай, да? Да смотри, Маша, что-то я убила. Белое, я не знаю, глазик может. Не, это что-то снежок какой-то. Снежок какой-то? Да. А он, наверное, по улице ходил и снег, да? Да. Сейчас на улице холодно? Да. Да, там снег идет? Да. Автобус залез туда. Автобус залез туда, да? Да. И Маша, наверное, ходил в снегу, делал... Что он делал? Игрался. Снеговика делал, да? Ну давай, что у нас там еще? И два еще гонщика. Два гонщика у тебя, да? Да. И что они будут делать? Еще. Вот смотри, сколько же там игрушек у тебя уже, да? Ну, гонщик. Вот еще гонщик у тебя, да? Еще один гонщик до большой машины. На большой машинке гонщик, да? Не, да. Не помещается, да? Ну давай. О. А это Робокар Поли, по-моему, да? Ой, падает Скай. Падает, ну поставь как нужно. Ну как? Вот так. Вот так падает, да? Ну, опять. А ты ее подопри чем-нибудь. С другой стороны поставь еще что-нибудь. О, правильно, правильно, да. Вот видишь как? Да. Стоит, да? Да. Ух ты. Еще гончик. Еще гончик? Ну, куда их поставить? Куда? Да. А ты можешь туда сзади, за базу ставить их. За базу? Да. Вот да. Там вот, да? Ух ты, да? Да. Еще один. Это они туда пошли в курилку, наверное, да? Ну, они там опять падают. Ну, найди, где их нужно поставить. Опять падает. Опять падает? Да ты что? Ох, да? Да. Ну, тогда вот туда, за базу ставь. За горкой. За горкой, да, ой, за горкой. Опять. Опять, ну, пускай падают. Так пусть. Да? Да. Вот так вот пусть, да? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Посыпалось все, да? Двигаться на горке. Аленка. Что? А что ты балуешься? Что нам спустился с горки? А, он с горки спустился, да? Да, ну зачем? Зачем? Да. Ну, наверное, сидел, ему стало скучно, он говорит, пойду-ка я к своим друзьям, да? Да. Вот смотри, что это еще такое. А это их, что сушить машины. Что делать? Сушить машину. Сушить? Да. А, то, я понял, то мойка, да? Да. Давай ее опять поставим. Давай. Опа. Давай. Кого еще мы поставим? Зунам. Зунам, да? Это да. Зунам? Она умеет плавать. Плавать Зунам умеет, да? Да. А это крепыш умеет все чинить. И Рокки чинит. Рокки все чинит, да? Да. А кто ломает? Гремлин. Гремлины ломают. Они станут хорошие и злыми. Они будут хорошие и злые, да? Да. Маленький хороший, надо его погладить. Да заведем маленького. Маленького гремлина заведем? Давай. Ух ты ж. Да? Гремлина заведем? Да.
Халёв. А где ж мы его возьмем? Ну, в городе. В городе возьмем, да? Да, встречного патруля. А, понятно. Ты хочешь гремлина уже себе завести, да? Да. Ну, его там поставим. Да. Смотри, еще один крепыш. Крепыш, да. Он не крутится колеса, только его маленькие. Только маленькие крутятся, да? Да. А снег кто на улице разочищает? Крепыш. Крепыш? И Рокки. И Рокки. Вот такая полоска, которая еще расчищает. Помнишь, мы шли по улице и видели машину, которая чистит, да? Да. Это крепыш был? Да. Да? Да. Такая маленькая машина, бобкат называется, да? Да. Вот такая, как у крепыша. Да. Да? Да, смотри. Он угу. Все ротит. Жжж. Да? Да. Ох ты. Так, куда ты дальше его поставишь? Вот сюда, да? Да, возле автобусика. Возле... упал. Ну, хорошо, наверх можно поставить, да? Что у нас дальше? Опять крепыш. Крепыш, да? Это маги пикают. Это маленький пикает крепыш, да? Когда дают соску. Да ты что? Поставил крепыш туда. Там крепыш, дальше. Еще один маленький. Еще один маленький крепыш, да? Еще туда. Ага. Теперь еще один большой гончик. Один большой гончик? Да. Раз. Оп, попало. Опачки, да? Да, скорая помощь. Скорая помощь? Это кто? Эмбер. Эмбер? Да. Но она, по-моему, из других, да? Да. Она из других. Из Робокара пуля она, по-моему, да? Да. Ну, как-то все поместится. Раз. Как-то все поместится, да? Да. Раз, раз. Крепышу голову поднять надо, да? Ну, я... покрутила. Покрутила? Да. Ну, молодец. Ну, там еще остался пожарник. Пожарный, да? Да. Мало уже. А это как его зовут? Пожарник Рой. Рой его зовут, да? Да, он там стоял. Он вот тут живет где-то, да? Да. Так, и кто еще остался? Вот кто у нас тут остался? Рокки. Рокки остался? Да. Все три Рокки? Это все три Рокки, да? Да. Ух ты, все три зеленых, все три Рокки, да? Да. Раз Рокки, два Рокки. Это тоже Рокки, да? Да. Такой шапочки тоже Рокки. Ух ты. И где они будут стоять? А здесь. Вот туда поставишь? Нет. Давай поставим, да? Это мы потом разложим, да? Да. Да. Давай сюда. Давай туда поставим, да? Да, сначала вот этот. Вот этот поставим, да? Да. Он туда поместился. Да. Маленький. Да. Раз. Раз. Кай поменять голову. Угу. Маленький, вот этот остался. Маленький? Нет. Что, все разместились? Ух ты. Смотри. Смотри, все разместились, да? Все поместились там, да, Аленка? Ну, еще не готово. Еще не готово, нет? Почему не готово? О. Ох ты, вот так вот, да? Ну хорошо, где мы поставим вот эту станцию? Где поставим? Ай. Вот там где-то, да? Да, упала. В самом конце, да? Да. Тут попадали все, да? Да. Так, вот они. Вот так. Вот они все, вот. Аленка сейчас их всех выставит, да? Да. Да, я руки туда поставлю. Давай, поставь руки туда, на базу, наверх, да? Да. Да? Да. И сюда вот это. И вот сюда поставишь, да? Да. Это все твои спасатели? Да. Ух ты, а кого не спасать будут? Ну-ка, Мылка. Мылка, ну давай. Как они будут его спасать? Ну как-то. Как-то? Ну, мамы. И роет что-то. Кто роет? Крепыш. А что он роет? Ну, какую-то яму. Может, расчищивает. Может, расчищивать, да? Да. Расчищать, да? Да еще спать умеет. Ну, ой, вот, удивительно. А кто не умеет спать? Привидение увидел страшного. Привидение не умеет спать? Нет, привидение увидел. Кто увидел привидение? Крепыш. Когда? Тиза, он увидел страшного. Привидение увидел? Да, такие роги. Это что же за серия такая, Алена? Ну, такая серия. Такая серия, да? Да. Там было привидение? Да. И белое с рогами. Белое с рогами, да? Привидение? Да. Ну ты что? Боже ты мой. Аленка, где ты?
Готова. Готова? Да. Ух ты, да? Один у меня ошейник. Не ошейник, это жетон. Один. Жетон спасателя, да? Да. Ну, обязательно сейчас оденем, да? Да. Смотри, у тебя жетон спасателя уже, да? Да, я тоже спасатель. Ты тоже спасатель? Да. А как тебя зовут? Гончик. Гончик? Ты гонщиком будешь, да? Да. Ох ты. Ну, девочки еще бывают Скай. Девочки бывают еще Скай, да? Да. Да. Вот Скай с нашей. Да. А там вертолет. Там вертолет есть? Ой, я забыла еще маленькую Скай. Маленькую Скай забыла, да? Да, маленькая. А где она? Она где-то осталась. Осталась? Ну, ты найдешь ее? Да. Хорошо, ищи.